Я не хочу сказать, что все случилось из-за мамы, но вообще так и есть. Давайте лучше по порядку. Народ! Ваших родителей ниндзя увезли! Сколько лет, Матильда? Пора собрать нашу группу вновь. Милая, ты их знаешь? Какой смысл их похищать? Стойте, тут мамин клон. Она ведь его никогда не снимает. Но совпадение не похоже. Вот, такой же узор. Вернем маму и папу. Что ты здесь делаешь? Кто это? Ее жених. Я ничего не понял. Мы были контрабандистами. Нас спасла только защита свидетелей. Я во всем виноват. Это я вышел на типа по имени Жан-Поль Довиль. Сойдет. Нет, я точно так же сказал. Ну, почти. Где мы? Доступ разрешен. О, да. Твоя мама круче с каждой секундой. Не трогай ничего, садись. О, что это за кнопка? Режим хищник включен. Если добудете корону, никто не пострадает. И точка. Вы оставите мою семью в покое. Я еду с вами. Граф и графиня Вандерхолл. А это наш секретарь Сюзан. Я их телохранитель. Мои кулаки — это оружие. Вы видите, я выбью... Охрана. Со мной все хорошо. Мы их найдем. Мама оставила подсказки. Как нам попасть внутрь? Я смогу. Ого! Шанс стать реальными героями. Спасем моих предков. Вот, блин! Да нет, это явно не из-за нас. А я считаю, из-за нас! Из-за нас! Мы оставим записку. Давайте, только так. Мы найдем родителей. Думаешь? Вот как я это вижу. 4 малолетки спускаются в страшный туннель, а зрители такие: «Да что же вы делаете? Куда лезете? Вы же дети!» Не хочу я приключений!